Здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем играть в Atlas. Продолжаем нашу великую стройку. Я добыл довольно-таки много уже вне записи дерева и всего остального. Также вот стены сделал. Надеюсь, нам этого хватит. И я посмотрел, что вот здесь вот, наверное, надо ее разрушить все-таки. Здесь мы поставим красивую стену. Ну, в смысле, окно. Окно ставится вот так вот на теле, ставится, то есть различные конструкции есть. Также дверь ставится и не только. Продолжаем стройку. Так, тут у нас стена. Ага, тут окно как раз, а вот тут стена. Вот эту, значит, разрушаем. Чтобы все по красоте у нас было. Ну, тут маленько стена у нас неровно стоит, но вот да ладно. Переделывать неохота, все это долго. Так, если мы здесь ставим окно, здесь стену. Стену, окно, да, вот так, стена, 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 окно, стена. Так, стоп, здесь делаем так, потом у нас остается, значит, вот здесь окно, да, если мы сделаем. Ну да, сделаем как тут получается, так же, да? Вот здесь вот окно ставим. И вот здесь окно. Здесь у нас также окно. А тут у нас стены. Теперь делаем как на той, да? Окно, окно. И две стены получается, и все. Но я хочу пойти дальше и построить второй этаж. Как-то вот так мне в голову пришло, не знаю почему. И сделать, возможно, даже балкон. Ага. Стена делается не так. Это у нас фундамент. Ладно, с этим мы разберемся. Сейчас мы будем делать загон для скота, получается. Где у нас наши... Все... Так, так, так. Я не туда зашел, да? Да, на 6. Он присандалис сюда. В принципе, да. Здесь у нас будут жить наши животные. Чтобы их не убили какие-либо дикие звери, я думаю. Потому что здесь гуляют и львы, и все подряд, кому не лень. Как я понял, я еще не настолько долго на этом острове, но уже тигры на меня нападали не раз. Также скорпиона возможно увидеть здесь. Так, пол у нас здесь стоит. Так, ну надо еще, да, получается?
Еще чуть-чуть, штук 6 сделать, и все, и будет достаточно, я думаю. Так, что нам надо на фундамент? Волокна, древесина, солома. Древесина, волокна, солома. Вот так вот, я думаю, нам хватит. По крайней мере, должно хватить. Вне съемки я, наверное, переделаю там вот тот кусочек дома, который у нас некрасиво. Да и, может, и не буду переделывать, в принципе. Нафиг это надо? По-хорошему. Ну вот так, да, вполне нормально. Почему-то другой стороной начал. А нет, той же. В хлеву, так скажем. Опа-на, это что за новость? Почему здесь дырка? Непонятно. Если мы сделаем фундамент и поставим вот так вот стену, все равно дырка, да? Ну ладно, издержки. Бывает такое, да? Типа как издержки профессии бывают, тут издержки строительства у нас получились. Если что, как-нибудь заделаем ее, как-нибудь придумаем, ладно. Так, нам нужна дверь еще, да? Солома нужна на дверь. Так, солома. Солома. Дерево. Пойдемте достраивать. Сразу же делаем дверь. Это будет наш вход. А сзади, кстати, нам надо было ворота сделать. Вот что я не подумал. Ладно, переделаем. Сейчас доделаем главную часть. А потом поставим ворота. Так, дверь. Значит, дверь. Блин, не туда поставил, ладно. Это все легко разбирается, к счастью.
Так, также нам надо фундаментов еще сделать, да, несколько. Ай, блин, двери, нет, двери не надо, отмена. Как отменить? Дверей нам много не надо. Стены вот нужны. Тороплюсь, блин. Ставлю, где попало, да? Но бывает. Такое тоже бывает. Так, ладно. Тут мы какую-нибудь колонну поставим. Кстати, а мы тут можем сделать загон с этой стороны и все. Че тупить-то, правильно? Так, 6. Дверь одна нужна и одна стена. Чтобы нам из нашего дома сделать проход. Так, лучше сделать его с той стороны, чтобы было проще нам. Где-нибудь вот здесь посередине. Сломать. Вот так у нас будет проход. Что, нам не хватает на стену? Да, соломы не хватает. Солома еще есть. Базилик зачем-то тут. Ну ладно. Вот отлично. 6. Дверь ставим. Все, проход у нас есть. Продолжаем делать стены, пока 3 сделаем, чтобы нам закрыть второй этаж. Опять чего-то не хватает. Это выкинуть нафиг, нам не надо. Так, чего не хватает? Древесина кончилась. Ну, пойдемте сходим. Чего-чего, а древесины нам хватает. Масштабная у нас получается стройка такая, поэтому как-то вот не хватает стройматериалов, так скажем. Зато потом это все будет выглядеть по красоте. Вот уже побежал, когда сделал 2 стены. Так, тут мы можем продолжить делать стены. Потому что тут нам надо третий ряд делать. Сразу же, в принципе. Три ряда я строю, потому что если прятать сюда жирафа, например, он может и не залезть. Так, еще 7 сделает, да? Еще одну сделал.
Даже две, да? Вылазит, отлично. Так. Что не хватает? Соломы. Соломы у нас больше тут нет, да? Картофель вот нафиг нам не нужен, в принципе. Картофель сюда. Ну и все, да? Волокна еще есть, древесина. И солома. Так, ну вот, давайте здесь. Я пока в первый раз собирал солому, древесину. Уже полностью почти разломал и кирку, и топор металлический. Уже их починил. То есть вы представляете, насколько это было долго. Добывалось все. Так, вот у нас дерево еще растет, да? Дерево надо всегда. Да, большие ворота, в принципе, поставить, и все, я думаю. А вот эти уже с этой стороны ставим, чтобы они были сюда белые. Вот и почти закончен. В принципе, мы можем тут уже ставить лестницу и залазить, крыть крышу. Где у нас лестница? Так, лестница еще одна нужна. И деревянные перекрытия нам нужны, насколько я помню. Так, лестница, лестница, лестница. А теперь деревянные перекрытия наши пошли в ход. Так, древесина, солома. Солома нет. Да, все закончилось у нас здесь. Ненужное там есть что-нибудь? Да нет, ничего нет, да? Древесина мы сейчас нарубаем по-быстрому.
Так, и сразу же переходим тогда на солому. Чтобы нам сразу же делать... Деревянные перекрытия нам нужны также еще для нашей второй крыши. Солома не хватает. Теперь возьмемся за древесину. И ставим делать сразу же. Пока, я думаю, будет достаточно. Для начала. Потом, возможно, сделаем черепичную крышу, но пока по-быстрому, чтобы была крыша над головой, самое главное, и все. Чуть я заблудился, куда я побежал? Все правильно вроде бы. Или хотя нет, неправильно. Опа, муравьи, блин, грёбаные. Да, что-то я подзаплутал. Наверное, вот сюда все-таки нам надо было бежать. Ночью просто еще плохо видно. Я не могу сориентироваться, где я нахожусь. Да, сюда. Так, и все, и доделаем тут крышу. Вот тут у нас расход идет, получается, какой-то странный. Где-то что-то пошло не так. Даже на эту крышу не хватило. Древесина кончилась. Так, давай доделывай уже.
Здесь пока тоже мы можем вот так вот сделать. Насколько хватит. Хватило на одну. Ну да ладно. Просто я хочу здесь сделать балкон. Здесь и на ту сторону. Это уже будет выход наверх. Со второго этажа. Там тоже сделать балкон. Будет, я думаю, неплохо, красиво. Так, теперь переходим сюда. Постройки. Древесина. Бревна. Вот так, так, так. Ворота. Нам надо средние ворота. Вот эти вот, да? Древесина, металл, солома. Древесина, металл и солома. Да, все, запомнил я. Что у нас есть? Солома есть, древесина какая-то тоже есть. Ну, давайте таскаем древесину, металл, соломы. Металла тут нет? Нет, есть древесина. Это тоже сюда выложим. Так, древесина. Металл и солома остался. За соломой вот сюда, наверное, побежим. Солома побольше набьем. Ну, думаю, 1000 хватит пока что. Все, пойдем. Чуть-чуть перегруз у нас, но это ладно. Так, не туда, вот сюда. Так, солома, металл. А, наоборот, что я делаю-то? Древесину пока выложим сюда и солому всю. Все, должно не хватать только металла, да? Да, металла надо и все. Металла надо очень много. Где у нас тут камни? Тут, наверное. У нас туман на наш остров опустился и ни хренашки не видать. Металлической киркой, в принципе, металл тоже по-быстрому довольно-таки даже из дерева добывается, из камня, из обычного добывается. Нет, это кусок. Рассинхронизация все равно идет, да, какая-то? Я думаю, хватит на ворота.
Кто там полз, я не увидел. Наверное, змея. Кстати, нам надо копье сделать. У меня копье сломалось. Волокна, древесина. Пока я литейную не сделал и не сделал оружейную, где оружие делать, нам надо пока обороняться хотя бы такими копьями. За место лопаты, но пусть будет. Так, ракушечник сюда сразу же, и это сюда. 100 золота мы набили, в принципе, да? Ой, золото, говорю, серебра. Так. Средние ворота, правильно? Да, делаем средние ворота. И нам надо опять металл. На средние ворота. Понятно. Пойдем. Тут у нас нигде камня нет. Вот камень, кстати. Чтоб далеко не бегать. Да. Камня тут немного. И он что-то весь разваливается за 3 удара. Металл нам так и так пригодится, делать металлическое оружие, например. Но я думаю, хватит на ворота. Когда уже сойдет туман и расцветет у нас, потому что в темноте делать ворота как-то неохота. Так, это все мы выложим сюда. Ворота и. Давайте вот колонну одну сделаем. Колонну мы вот сюда сейчас поставим, попробуем. Какая она вообще? Топора. Да. Это опора для вертлюжной пушки, блин. Я не знаю, что это такое даже. Так, а вот ворота у нас как раз. По размеру они как? Ну почти, да? Так, понятно. Вот это тогда мы сносим. И сейчас попробуем. Так, сверху тоже нам надо снести. Да блин. Вот так вот по красоте сейчас сделаем. И теперь, если мы ставим ворота, какие-то они реально огромные.
Например, вот так. Ну да, ворота встали. Тогда вот это разрушим и все. И достроим еще в следующий раз. Вверх тогда получается. Еще один ряд надо будет сделать. И все будет шикарно по красоте, да? Блин, ворота мне сломали. Пошли выложим, что у нас там не хватает, и заново сделаем ворота. Опору вот эту разобрать нельзя, к сожалению, да? Если уж под медиум делаем, то пусть будет медиум, да? Лучше достроить. Так, пятерочка. Как я их поставлю, если они не стыкуются, блин, ни хрена. Ну, допустим. Ну, допустим, получилось. Ну да. Получилось, в принципе, неплохо. Тут нам надо крышу доделать, получается. И все, да? И вот этот ряд еще. Но этим я займусь позже. Давайте пока займемся дальше. Самое главное мы построили практически. Теперь это мы берем сюда. Солому тоже сюда. Волокна тоже сюда. Лопата пока нам... Нет, в принципе, пойдем попьем. Лопату мы переставляем на копье. Нет воды. А, вот у нас вода, кстати. Я ж копал. Туплю. Бывает. Смотрим, что у нас тут осталось. Да ни хренашки у нас тут не осталось, да? Протухшее мясо только, которое нафиг не нужно. Понятно. Так, этот станок у нас есть. На этот. Креатин есть. Кератин, точнее. На таннере. А, кожа. Кожа, кожа. Кожа была. Кожа и металл нужен. А куда я дел всю кожу?
кожа и металл. Волокна, понял. Волокна, отлично. Делаем вот этот станок. Смотрим дальше. Что нам еще надо сделать? Так, кузница. Камень нужен. Металл. Кремень, да? А камня сколько? 125. Камень, кожа. Значит, я почему-то как кератин определяется, да? Да. Кожа, кремень. Есть. Металла нет. Нужен металл и кожа. Пойдемте так, поставим пока этот. Нормально, нормально стал. В принципе, должно все влезть. Так, металл. Металл нам опять сюда. Что-то камней вообще мало. Очень мало. Не понял. Текстуркой что-то не то. Здесь где-то муравей полз. Так, смотрим, хватает, нет? Хватает, не хватает кожи. С муравья, наверное, только хитин, скорее всего, да? Да, кератин, а не хитин, только он здесь называется. Так, выкинем сразу ненужный камень. Да даже вот роговик гребаный он нам. Столько не надо. И ракушечника нам тоже столько не надо. А нет, камень нам нужен. Значит, только кератин выкидываем. Ой, вот эту фигню. Кремень. Все, осталась кожа. Так, я где-то бычка здесь видел. Бычок, привет, вон ты, вижу тебя. Ты какого уровня, расскажи, пожалуйста. 16-го? Ну ладно. Он нас почти убил. Блин, муравей убил, прикиньте. Бывает же такое. Побежали. Вон, где мы умерли, подсвечивается место, слава богу. Там же рядом и бычок у нас.
Так, одеваем сразу шмутки. И добываем с бычка кожу. Ну и что нам хватает? Хватает на кузницу, отлично. Мясо мы выбрасываем, оно нам нафиг не надо. Так, эта фигня нам тоже нафиг не нужна. Протухшее мясо, естественно, тоже. И у нас нет перегруза, и у нас уровень, да? Давайте здоровье. Здоровье нельзя уже качать, да? Стойкость, интеллект, вес. Давайте вес возьмем. И нам надо изучить секреты брони, по-моему, да, насколько я помню? Да. Отлично, мы можем делать металлические доспехи теперь. Бежали до дома, до хаты. Сейчас поставим этот станок. И нам останется всего ничего, по-моему, еще два станка. Дом я показал, как строится, поэтому я дом, думаю, дострою вне записи. Так, кузница на 5. Такая вот она, да? Не маленькая тоже. Отлично, кузница есть. Слитки различные мы можем делать. Так, надо посмотреть, что нам осталось. Таннери мы сделали, да? Да, этот у нас есть. Кузницу мы сделали. Ступка нам тоже нужна, кстати, кожа на нее нужна. Ткацкий станок, дерево надо. И все. Но ступку, я думаю, сделаю, но ставить не буду. Я пока займусь домом и не только, а потом уже в дальнейшем. Мы будем заниматься именно по расстановке вот этих станков всех, чтобы все было на виду. Тут мы можем делать паруса, насколько я помню, да? Оружие, седла, чтобы ездить. И броня. Кожаная броня уже открыта у нас. Меховая, это когда холодно. И обвесы. Это у нас дельтаплан. Понятно. Есть чем заняться. Ну что ж, на этой ноте мы будем заканчивать данную серию. Она получилась довольно-таки большой. Мы многое успели сделать. Осталось доделать по мелочи верстаки. И уже будем строить нашу верфь. Я доделаю дом пока что вне записи. И все будет красиво. С балкончиком, наверное, с маленьким. Но должно быть здорово. До новых встреч в Атласе. До свидания.